Я сегодня на кухне. Нам, чтобы переехать, конечно, еще много чего надо сделать. Бабушка работает в ванной комнате, клеит плитки. Там я бесполезна. Я могу только сейчас здесь что-то делать. В общем, сегодня у меня возникла идея, пока никого нет, разобраться вот с этой стенкой. Дима у нас любит работать с ломом. Я решила, почему бы мне не попробовать, вдруг мне тоже понравится. Короче, меньше слов, что хочу сделать. Сломать вот эту часть. Это первое. И второе, не убиться, когда оно упадет. Если кто-то недавно присоединился к нашему сериалу, я покажу, почему нам надо ее сломать, потому что она абсолютно бесполезна. Вот, видите, на ней трещина, и здесь просто дыра. Итак, семейный совет посовещался и решил, что мы замажем эту дыру шпаклевкой, дабы из нее не шла влага, ничего не сифонило и не дуло. Сейчас я буду ее аквастопить, укреплю слабое основание. Я оторвала вот здесь снизу обои, и видите, какие они? Они в плесени, конкретно в грибке. Поэтому я на всякий случай оторвала их везде, по этой линии, по этой стенке, чтобы посмотреть, что там такое вообще творится. Как нам сказал продавец, вот эта батарея новая, потому что старая протекла, и они заменили на новую. Возможно, после протечки как раз
эта плесень там и образовалась. Ну, она оттуда никуда наверх не лезет. Я сейчас обработаю всю вот эту поверхность средством от плесени на всякий случай. Надо проверять обязательно. То есть как бы обои не было в планах отрывать, но так как у нас все равно будет каркас, не имеет значения, будут обои. Лучше их снять и посмотреть, что под ними, потому что вот там тоже отходит штукатурка. Может быть, где-то щели. Поэтому да, я все сняла, чтобы посмотреть, в каком состоянии стена и где надо ее подлатать. Так, сейчас будем от плесени обрабатывать. Вот такое у меня средство от плесени. Силит Гранд. Ой, Силит Банк. В общем, все можно обрабатывать. И кафель. Визуально я вижу тут небольшие пятнышки. Ну, пахнет хлоркой. Привет, гриб. Сейчас на тебя немножко намажу. Ну, в инструкции написано, что надо ее нанести, подождать и типа смыть потом. Ну, зачем ее смывать? Пусть она тут прекрасно в себе находится. Мы не будем ее смывать. Я немножко повредился вот этот вот. Вот эта часть баночки, так она нормально была состояние. Вот эти же щели тут, наверное, лишние будут, поэтому их надо сейчас будет заколбасить. Меня вообще-то стена очень напрягает. Это за что в ней? Что это? Газета времен царя Гороха? Почему она туда спрятана, этот папирус? Что это такое? Мало того, я тут отбила, так еще тут осыпается. Почему тут какая-то тряпочка? Что это такое? Что это такое? Ужас. Я не знаю уже, за что мне хвататься. У нас в каждой комнате есть чем заняться, кроме Лериной. Мне там вот уже нечего делать. Здесь эта стена. Эта стена. Нужно еще продолбить канавку глубже. Покрыть стену розовым песком. Дальше пойдемте размер бедствия смотрим. Палки нужно распилить, чтобы потом выбросить. Туалет. Садись, плитку снимай, развлекайся с пола. Аришина комната. Там надо штукатурить, выравнивать, клеить обойку. Пока все на этом. Наша комната. Вот видите, еще здесь вот всякие сюрпризы из разряда, почему стены такие. Вот наша комната. Тут надо снимать обойки и делать дальше откос. Дима делал этот откос с Лерой, как вы помните. Меня, ну, не было с ними. Я красила. И вот что они сделали. Вот это выступает от стены на пол сантиметра. То есть вот неровно. Они отрезали большую.